В Аскидском районе на железной дороге погибли годовалый медведь и медвежонок. Все произошло минувшей ночью. Медведица с тремя детенышами, один из которых был пестуном, вышли к железной дороге, где столкнулись с поездом. Пестун погиб на месте, а вот одного из малышей люди пытались спасти. С мамочкой шли, поезд сбил, его задело, второй как бы остался там, его машинисты сюда привезли. Положили его, посмотрели, водичкой его поили, таблеток ему дали обезболивающих. Поем, смотрим, глядим на нем. Медвежонка пытались спасти инспекторы по охране животного мира, чтобы доставить его в Абаканский зоопарк. Однако травма оказалась несовместимой с жизнью. Почему мать вывела детей на пути, можно лишь строить версии. По одной из них животных привлекла еда, которую выбрасывают из окон пассажиры поездов. По свидетельству очевидцев, сама медведица и ее третий медвежонок остались живы.